Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис. И сегодня я хотел затронуть тему, почему иногда в жизни не получается. Ну, потому что мы живем иногда не по инструкциям. Мы живем именно по тому принципу, что мы сами додумываем. То есть то, что нам дает мозг. А мозг нам дает в основном ненужные мысли. Итак, давайте разберем. У вас есть машина, в машине есть три педали, и вы не понимаете, как эти три педали давить одновременно. Ведь у вас две ноги, а все достаточно просто. Нужно выжать сцепление, отпустить тормоз и нажать на газ, тогда машина поедет. Все, вся инструкция. Переключить при этом скорость. Есть машины с автоматом, ручку переключаете, нажимаете на педальку и поехали. Но, не зная этой инструкции, человек, который никогда не ездил на машине, соответственно, у него ничего не получается. Также, если вы начинаете готовить, например, ту же самую яичницу, шеф-повар или в рецепте у вас написано: возьмите одно яйцо, возьмите соль по вкусу и разбейте в сковородку поставьте на огонь. Ведь так все просто, просто. У людей получается все наоборот. Они пытаются делать все по-своему. То есть они пытаются экспериментировать. В этом нет ничего плохого, но чтобы начало все получаться, нужно непременно действовать, делать все по рецепту. Если вы это все будете делать, у вас жизнь начнет получаться. Так и с деньгами. Когда вы видите в интернете, как вам рассказывают, как заработать денег, нужно повторять именно все по тому рецепту, который вам дали. Но, опять же, рецепты бывают плохие, рецепты бывают хорошие. Мои рецепты проверены лично мной. Я ваш финансовый шеф-повар, который вам в любой ситуации могу подсказать, как разобраться в вашей финансовой проблеме или в вашем финансовом вопросе. Все рецепты, все проекты, которые я даю, я проверил на себе, они все рабочие и они все съедобные. На этом заканчиваю. Ссылка на проекты, которыми я занимаюсь и которые мне приносят денег, под этим видео. Задавайте вопросы в комментариях, либо пишите по контактным данным. Там же по ссылке их найдете. Всем привет!